Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опции суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем Noise MC. Фристайл в поезде. Ребятки, я с ним не знакома. Давайте, хочу познакомиться. На внешку он мне нравится. Прям очень нравится, можно сказать. Команда, ничего не подъездили? Ой, ой. Нет, вроде нормально, взбодрились. Какие-то придурки. Им надо что-то записать, и вас это не касается. Я знаю, там твоим уродам это не нравится. Но тем не менее, мы сделаем то, что от нас все ждут. Сейчас я хотел бы, чтобы за нас чужой труд вы мне поплатили. Так, ребятки, диалог. Как тебе, его рэп? Говорит, я рэп. Не знаю. Как тебе его рэп? Пока мне нравится, ребятки. Очень выразительно читает. Голос красивенький. Мне нравится пока, ребятки. Хочу послушать дальше. Прям интересно мне, ребятки. Музыка такая. Тун-ду-тун-тун. Он подыгрывает его диалогу. Были очень громко. Блин, извините, но вы, наверное, провели очень тяжелый день. Может быть, это могло бы вас разрядить слегка. Смотрите, у вас наверняка есть правая рука. И наверняка есть левая. И если совместить их вместе, то получатся отличные аплодисменты для данной песни. Давайте попробуем вместе с вами. Я вам покажу. Создайте шум, все остальные также. Мы на улицу выходим. Сейчас звучат незамысловатые, блин, мелодии. Но под ним звучит текст, который очень правдив. Внимание, запомните этот речитатив. Это кто-то сочинял эти строки, что просто охренел по дороге. Все вместе, пожалуйста, если продрогли. И если вы вспотели, обратите внимание. Мы понимаем, это очень сложное задание. Когда у вас такое большое тело, дать нам все-таки проход. Но эта подробность абсолютно нас не ебет. Простите меня за мат, я понимаю, тут много ребят, у которых есть в качестве детей пара доскалят. Необычно, ребятки, для меня. Я это такое не слышала, ребятки. Мне нравится, ребят. Я с удовольствием слушаю, друзья. С удовольствием прям слушаю. Новый человек для меня. Только они не одобрят действия наши. О, мне кажется, тут парень со стажем. Охуительный боксер. Мне кажется, пора в спор. Идиоты. Они в поезде, понимаешь? Ну, я понимаю. Люди не знают, что происходит. Я поняла, мужа мужчина обиделся. Угу. Он сказал, я сейчас тебе... Идиоты, это такие, как ты. Да, такие, как ты, берут менты. Такие, как ты, сидят в правительстве. Фристайл – это вид импровизации. Возможно, там не все заранее подготовлено. Понятно. Отвратительные гады! Простите, пожалуйста, ребята! Наверняка все-таки я получу в морду сегодня тычок, потому что этот парень охуительный качок! Потому что он очень силен. Но если он возьмет микрофон, то сразу станет понятно, кто из нас поет гандон. Итак, приехали. Итак, все дружно выходим. Мне кажется, что мне пора записать на него пародию. У него тяжелый ноутбук, он окажется в моем лице. Вот что будет в самом-самом конце моей невменяемой отвратительной жизни. Посмотрите, сколько сил в этом дышащем организме. Заслужим встречать... Ну, ребятки, очень интересно, ребятки. Как он прям рисковый, не боится, выходит. А вдруг какой-нибудь бандит попался бы, да? Так бы ему нашлепал, ребятки, да? Но он смелый. Он сам кому хочешь нашлепать. Он смелый, нашлепает. Ребятки. Мне нравится его смелость такая, очень интересно. Вот вышел на перрон, ребятки. Что будет дальше, будем смотреть. С удовольствием смотрю, ребятки. Лена Васильев, предпримем пару усилий, чтобы найти его. Смотрите, какой мы видос замесили. Вам это нравится? Нравится. Это охуительно сделано. Очень Итак, нравится. Сейчас мы продолжаем по беспределу тут. В этом городе холодном выступать как надо. Где же встречающие нас? Вы знаете, мне нравится. Вот нравится мне такая вот вещь, да? Вот вышел на перрон, вот рассказывает, речитатив дочитает, да. Это же интересно. И людям настроение поднимает. Все равно поднимает. Это очень интересно. И смотреть со стороны, и просто слушать, да, ребятки? Может, кто его поддержит? Ребята, я слышал свист, наверняка это он и есть. Где же он находится, Гена, что за жесть? Васильев, Гена, подойдите к седьмому вагону. Я объявляю без микрофона. Но вы должны услышать это прямо сейчас. Гена, Васильев, подойдите к седьмому вагону. Ребятки, один поддержал уже его, да? Подойдите сюда! Мы ожидаем его, дамы и господа! Это Васильев Геннадий! Придите сюда!
что скажу? Это в Питере, да? Фристайл в поезде. Ребятки, мне очень понравилось. Очень. Он многим поднял настроение. Поднял или поднял? Правильно, как говорить? Поднял. Он всем поднял настроение, ребятки. Всем. Вот он вышел на перрон. Людям стало интересно. Они смотрят, они веселятся, ребятки. У кого настроение плохое, они забываются, ребятки. Понимаете? И им кажется, что жизнь прекрасна. Волос у него хороший, звонкий, ребятки. Речитатив читает хорошо, ребятки. Музыка подыгрывает ему хорошо. Я с удовольствием развлеклась, ребятки. Я такой буду смотреть. Мне, пожалуйста, находи тоже. Ладно, фристайлы вот эти. Пока, друзья.